Здравствуйте, это программа «Диалог» и я ее новая ведущая Валерия Дробышевская. Сегодня у нас в гостях очень талантливая личность, человек, который решил, что непременно станет телеведущим, парень со здоровыми амбициями, Максим Тафеенко. Максим, приветствую вас в нашей студии. Добрый день, Валерия. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы даже составили план своего личностного развития. Вот он. Я хочу сразу заметить, пусть вас не смущает толщина этой папки. В ней все мои записи. Просто чтобы стать профессиональным журналистом, нужно постоянно расширять свой кругозор, правильно распределять свободное время и хорошо учиться. А еще уметь очень хорошо общаться с людьми. Абсолютно с вами согласна. У нас есть звонок от телезрителя. Алле, это я туда и попала. Туда, мы вас слушаем, говорите. Максимушка, ну что ж ты там себе надумал? Чем на передаче ходить, лучше б бабушке по хозяйству помог, поросят накормил, огород скопал, или спортом бы серьезным занялся, теннисом, например, а то на свои записи всю бумагу в доме перервал. Ой, боже мой. Да, вот такой звонок. Бабушка, все будет хорошо. Уважаемые телезрители, это была программа «Диалог», гостем которой стал Тафеенко Максим, возможно, будущий телеведущий. Помните, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. До свидания. Всего доброго.